Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будем готовить ананасовый салат с курицей. Для приготовления салата нам понадобится сыр, вареная грудинка куриная, отварные яйца, баночка ананасов, они у меня вот такие вот колечки уже нарезанные, майонез и соль. Чтобы приготовить этот салат, нам надо сейчас нарезать кубиками ананас и грудинку. Сыр натрем на крупной терке. Яйца отделяем желток от белка. Приступаем к сборке салата. Возьмем вот такую вот большую тарелку, блюдо. И у меня есть вот такая вот форма. Форма для выпечки, но я ее буду использовать для салата. Ставим эту форму по центру тарелки, чтобы все ровненько было. И первым слоем выкладываем сюда ананасы. Хорошо разравниваем все по дну. Слегка промажем майонезом. Вот сделаем немного такую вот сеточку майонезную. Следующим слоем у нас будет курица. Распределяем вторым слоем. Немного можно вот так вот прижать руками слегка. Можно немножко посолить. И опять делаем майонезную сеточку. Третий слой у нас будет сыр. Сыр также слегка приминаем. И опять промазываем майонезом. Кстати, майонез вы можете заменить сметаной. Теперь на крупной терке натрем весь белок. Белок также расправляем, немного прижимаем, можно слегка подсолить, немного промазываем майонезом. И последний штрих – это наш желток. Желток также трем на крупной терке. Разравниваем желток. Наш салат готов. Теперь нам надо снять форму. Аккуратно вот так прокручиваем, потихоньку снимаем. Вуаля! Наш салат готов. Украшаем его листиками петрушки. Так вот красивенько. Вот такой вот красивый салат у меня получился. Вот видны все слои. Очень красивый, аппетитный, праздничный салат. Приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!